Департамент транспорта предлагает принять участие в опросе о телефоне горячей линии по общественному транспорту 8 846 207 70 11. Опрос доступен по ссылке, но авторизоваться нужно через госуслуги. Результаты опроса позволят улучшить работу горячей линии и повысить уровень информированности населения. Опрос анонимный, результаты видны организаторам лишь в форме обезличенных статистических данных. Детский лагерь «Волжанка» приглашает школьников на осенние каникулы в период с 28 октября по 3 ноября этого года, информирует телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары. Ребенок сможет окунуться в атмосферу дружбы, улыбок и запоминающихся моментов. Увлекательное познавательное путешествие длиной в неделю гарантировано. В насыщенную программу пребывания входит посещение бассейна с инструктором, творческие мастерские, экскурсии в дом со слонами, спектакль в театре юного зрителя, спортивные занятия, игры на свежем воздухе. Получить подробную информацию и забронировать путевку можно по телефону 8 937 181 51 12. Телеграм-канал администрации Октябрьского района приглашает подписчиков принять участие в фото-челлендже, который посвящен Всероссийскому дню отца. Праздник отмечается официально с 2021 года в третье воскресенье октября. Что нужно сделать? Разместить в комментариях под постом в телеграм-канале района фотографию отца с детьми. Это может быть прогулка, совместный труд или отдых. Автор фотографии, которая соберет наибольшее количество лайков, будет отмечен памятным призом.